Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкість ніг, здоров'я вен. Прилетит вдруг волшебник в серо-голубом F-16 и бесплатно покажет кино. А нас за что вопят кремлевские пропагандисты? Впрочем, ответ универсальный. Во всем виновата Америка. Российская экономика, поставленная на военные рельсы, дает дрифта. Как живут семьи героев СВО в полной гойде? И почему НАТО покушается на бараки и выгребные ямы? И как хорошие освобожденные русские стали бороться не с Путиным, а с санкциями? Я Наталья Власова. Подписывайтесь на наши соцсети и скучать вы будете точно не сегодня. На любую олимпиаду Россиюшка ответит чемпионатом по хрусту огурцов или соревнованием по копке могил. Без зрелищ народ точно не оставят. А вот с хлебом потяжелее история. Беда пришла, откуда не ждали. Китай заморозил 80% платежей в юанях из России. Обходные пути плюс 30% к стоимости. Вот хочешь купить товар за 1000 долларов, выложи 1300. И без этого экономика, встающая с колен, бьет рекорды. Например, рекордная инфляция. Только по официальным данным, к концу года она составит практически 9%. Например, в Украине, где агрессор уничтожает энергетический сектор и гражданскую инфраструктуру, где из-за путинистов миллионы беженцев и разрушены целые города, логистические маршруты для промышленных предприятий, на конец года прогнозируют инфляцию до 8,5%. Экономика, переведенная на военные рельсы, рано или поздно начинает откат. Когда на хлебзаводах начинают собирать дроны, все равно возникает вопрос – питаться патронами или грызть обломки беспилотников? В 1914 году экономика Германии была одной из сильнейших в Европе. Первую мировую войну, которую рассчитывали закончить быстро, но увязли на 4 года, немцы проиграли. Потому что к исходу кампании особенно остро ощущался недостаток нефти и металла. И это при том, что на территории Германии практически не было военных действий. Путинская экономика, даже накачанная углеводородными миллиардами, также не может вынести бесконечную войну, ну, которая и не война. Кстати, а что там с величием? Вот родственники героев СВО готовы показать на собственном примере, какая гойда пришла. Ну, почему сын вместо того, чтобы отремонтировать отчий дом или перевести семью из барака, предпочел убивать украинцев и разрушать их города? Сын у меня служит в Донецке. СВО. Он служит уже 2 года, уже будет как. Да, сидим уже без света 7 дней. Подвал затапливает. Да. Подвал водой затапливает. Он этажа, вода уже поднимается кверху. Никто не реагирует, да? Да, никто не реагирует. Да, звони на военкомат, руки не берут никто. Ну, чтоб что-то помогли. Да, задыхаемся, канализация со всех сторон. Ну и с холодильника все выкинули, все пропало. Уже 7 суток нет у нас света. Кстати, а вы заметили, что никто больше не говорит о освобождении украинцев от кровавого киевского режима? Речь идет банально о захвате территории и истреблении местного населения. Путинисты, закидывая трупами сразу несколько направлений на Донбассе и в Запорожской области, при этом винят в новом витке эскалации проклятое НАТО и Америку. Мол, дали самолеты F-16, да еще и разрешили бить по России. Стало известно, что американцы оснастят украинские F-16 самым современным оружием. По данным Wall Street Journal, согласование пройдено, и Пентагон принял решение укомплектовать истребители ракетами воздух-земля и воздух-воздух. Также принято решение дать добро на удары истребителей по России. Новый виток эскалации, кажется, окончательно снес голову и советнику офиса президента. Подоляк потребовал немедленно уничтожить Крымский мост, а также критически важную инфраструктуру в Ростовской, Белгородской, Курской областях. Вот как тут не вспомнить цитату Путина «Нас опять надули». Удивительно проницательный чекист, вот постоянно его дурачат. То
только начал войну в Украине, как еще две страны-соседки присоединились к НАТО. Вот где хорошо получается у режима, так это с репрессиями. И неугодных покарали, и материал для торга с Западом есть. Живой товар, как говорится. Кстати, хорошие русские, за которых Путину вернули убийц, террористов и шпионов, только выйдя из застенков кровавого режима, начали старые песни о главном. Нет, не о свержении старика Кабаева, а о том, что нужно ослабить санкции. Мол, они сильно бьют по простому народу. А тем временем простой народ... Ну как, я не знаю, это хохлов, надо давить и убивать, и резать их. Что с ними они делают, я не знаю. А как еще разговаривать? Ну нельзя, теперь записывай. Я ненавижу этих мразей, это фашисты. А что мы должны делать с пленными украинцами, по вашему мнению? Убивать их не нужны, это мрази, и все. Понятно. Ну правда, они же не люди, это не люди. И зачем нам их еще содержать? Мы сами вот пенсионеры, мы работаем, вынуждены работать, пенсии маленькие. Раздолбать их нужно всех. Президент мягкий. Нужно уничтожать, которые прыгнули на Россию, всех уничтожать. Это что, германцы? Это все твари. Всех надо уничтожать дотла. Страшно представить, что было бы, если бы Путин был тверже. Тогда точно, как мечтают кремлевские пропагандисты, весь мир в труху и ядерный пепел. Кстати, о хороших русских. Те, кого обменяли, могут выдыхать и драться за гранты. Коль нет мочи драться за власть. И расчет на то, что царь-гопник просто завещает им престол. Ну а тех, кому не посчастливилось и они остаются в России, необходимо приготовиться. В любой момент их могут сделать обменным пунктом. Видели, как Путин обнимал наемного убийцу Красикова? Вот кто на самом деле дорог режиму – это киллер. За него Владимир Владимирович готов отдать хоть дюжину либералов. Ну, как в том анекдоте. Львиц нет, но есть мышки-девственницы. 5 копеек за пучок. А вы верите в прекрасную Россию будущего, о которой так любят рассуждать либералы и прочие мамкины хипстеры? Пишите в комментариях, каких борцов с режимом вам еще не хватает. А мы вот верим в наш народ, в нашу армию и во всех, кто героически сдерживает навалу оккупантов. Медики, волонтеры, спасатели. На фронте сейчас очень тяжело, это правда. Но мы не имеем права уставать, унывать и опускать руки. Поддерживаем друг друга. И прежде всего наших бойцов. Подписывайтесь на наши соцсети и пропустите. Главное, не сегодня. Слухаємо приходи, прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самісінький нуль. Щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато кабів. Задонать журналістам 5-го на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь.